30 фотографий со всех уголков России – лишь небольшая часть огромного архива Николая Никитина. На его работах история нашей страны, известные личности и простые жители, природа и городские пейзажи. Персональная выставка самарского мастера фоторепортажа открылась в доме журналиста. Собственно, все снимки, они именно актуальны. Например, тоже половодье 79-го года. Его никогда не будет. Того же Козина, того же президента России Владимира Владимировича Путина. Это жанровый снимок, организованный мной. Я рад, что она удалась. Вообще все здорово. Но я буду думать тогда, как увеличить количество фотографий. Потому что я вижу, что интересно, та маленькая часть, какая у меня есть.